В Бурятии начинают выплачивать 1 000 000 рублей от республики медикам. Деньги получат земские доктора, поехавшие работать в моногорода, и врачи остродефицитных специальностей, таких как анестезиолог-реаниматолог, хирург и акушер-гинеколог. Региональная мера стимулирования разработана по решению главы Бурятии Алексея Цыденова. Несмотря на реализацию федеральной программы «Земский доктор» в городах численностью до 50 тысяч человек, это Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта и город Бабушкин, в Бурятии сохраняется потребность в медицинских работниках. Также по всей республике имеется острый дефицит врачей по специальностям: врач-анестезиолог-реаниматолог, хирург и врач-акушер-гинеколог. Таким образом, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода, дополнительно к федеральным деньгам получат 1 миллион рублей республиканских и суммарно специалисту заплатят 2 миллиона рублей. А врачи остродефицитных специальностей получат также 1 миллион рублей от республики и 2 миллиона из федерального бюджета. Суммарно специалист получает 3 миллиона рублей.